Сегодня мы будем делать окрошку. Погнали! Вот и волшебство мне помогло. И теперь я с помощью вот этой вот овощи резки буду нарезать овощи. Овощи резки, ну еще яйца. Я хочу начать с колбаски. Добавляю айран. И кефир. Поскольку я не знала, что я буду делать окрошку, я почти весь айран выпила, и поэтому добавляю кипяченой остывшей воды. Вот так звучит: кипяченой остывшей. Типа горячий, но все, но при том все равно холодный. Сейчас немножко перемешаю. Сейчас посолим. Кстати, немного кефира не хватило. Мы добавили еще кефира. И нас утомила ложка. Добавляем лимонную кислоту. И для терпкости горчицу. Тщательно размешиваем. Все в конце мы размешиваем. С помощью овощерезки Найсердайси. Эта овощерезка служит нам очень давно, уже 8 лет, и поэтому я маме уже помогаю с 3 лет. Ну, потому что мне 11 минус 8, 3. Кстати, если вы хотите, чтобы дети вам помогали, приобретите овощерезку. Не обязательно такую. Сейчас множество овощерезок. Фикс-прайсе, в бытовых магазинах, в магазинах на диванах. Потому что детям будет интересно резать вот такой вот волшебной штучкой. Всем удачи, всем пока-пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Кстати, ссылка на канал есть еще и внизу. Всем пока-пока!